Праздник в будний день. Сотрудники ГИБДД отмечают 78-ю годовщину с момента образования ведомства. Лучшим по традиции присвоили очередные звания. В честь профессионального праздника областное правительство выделило ведомству 1,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на улучшение материально-технической базы, что весьма кстати. Сейчас на помощь в нелегком труде инспекторам приходят средства фото- и видеофиксации. Положительные результаты налицо. Нарушений в местах их установки становятся меньше, а как следствие не гибнут люди. Мы активно развиваем сейчас на территории Ивановской области систему автоматической фиксации. Хочу сказать, что в этом году у нас еще сейчас уже работает несколько комплексов. Это 10 передвижных комплексов автоматической фиксации и 8 стационарных. И мы будем эту систему развивать. Сейчас еще в этом году поступит около 40 комплексов.